И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Генезисе. Как видите, я притомил себе нового друга. Это друг Мишаня. Я посмотрел, какие у меня есть седла, и так и думаю, неплохое седло на Мишаньку у меня есть. И решил, что да, надо притомить Мишаньку. Раскачал его вот так вот. Было трое Мишаньек 145 левела. В одном квадрате, скажем так, то есть там друг от друга примерно в 400 метрах. И я выбрал того, у которого, собственно, показатель урона изначально был хороший. То есть лучше, чем у остальных. Точнее, нет. Был Мишанька, у которого показатель урона был чуть-чуть получше, но здоровье было чуть-чуть похуже. Поэтому я решил, вот это будет идеально. Потому что здесь показатель был намного лучше. Так вот, притомил Мишаньку. Вот, немножечко побегал, покачался. Вот, ну как побегал, ну как покачался. Ну, вы сами видите, то есть как бы не сильно ты много покачался, но суть дела не меняет. Вот, и, собственно, сейчас я уже могу приступить к... это я проверял этот мод. А, там Мишаня бегает. Зараза, он же за мной присвистанный. Вот. Могу приступить к выполнению других миссий. Да, я бы мог, конечно же, просто начать, типа, взял пику и пошел выполнять все миссии. Просто тупо бегая, убивая и так далее. Но, блин, камон. Гамму нужно хотя бы выполнять на притомленных динусах. Это будет как минимум правильно. Так вот, сейчас мы отправимся в зиму и будем выполнять миссию. А черт его знает какую миссию. Так, снежный биом. О, Ферокса. И олень. О, слушай, давай за оленями сгоняем, короче. За оленями. И, кстати, не забудь бы в конце видео потратить вот это вот все, шестигранички, на нужные мне, так сказать, ресурсы. Так, снежный, ну и давай. Я думаю, что Ферокс, что олень появится в одном месте. Чаще всего уже не в одном месте, там по несколько таких миссий. А давай на НВ, я не знаю, давай на НВ. Я хочу на НВ. Погнали. Кстати, меха я специально так установил. Блин, ну он прикольно так стоит, такой прям оп, типа знаешь, как вот в классических аниме про меха, он такой встает там на колено, либо еще что-то, чтобы пилоту было легче забраться в кабину. То есть я как бы, вот у меня в моей голове это именно так, типа вот он встает на колено, чтобы пилоту там по ноге забраться, по руке забраться и так далее было легче, либо по специальному тросу, вот, в общем, было легче забраться в кабину, то есть он же не телепортируется, вот, а вот в арке он телепортируется и все тут, вот, поэтому как бы, ну вот. Как-то так. Так, 3251. Так, как я и сказал, что Ферокса, что оленя нужно искать будет там. И где нам искать его? А, собственно, опять все там же, куда нельзя. А, ну да, это я по воде горцевал, чтобы хоть какой-то левел качнуть. А, все там же, где нету никаких телепортов, предусмотренных игрой, и приходится пешком горцевать. Экс, вот в тот район теперь. Да, приходится горцевать пешком. Ну, пешком так пешком, чё еще поделаешь? Так, здесь вообще кругаля надо, ё-моё. На Мишаньке все-таки прикольно бегать по прямым этим плоскостям. В том плане, что он на ускорении, то есть с шифтом, он всегда разгоняется, все сильнее. И это прикольно.
Прям ты бежишь, 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 и на скорости, и бывает, что даже ты можешь бабахнуть кого-то на скорости. Да уж, ладно. Паштина не реагирует, окей, сейчас зачистим ютика, потому что он мне явно будет здесь мешаться. Отлично, зачистил даже от двух ютиков, прокачался, кстати, не кисло, мне дали 7 левелов, очень даже неплохо, вот, и, кстати, да, тут голема убивал, и теперь мы можем стартовать. Вообще, этот район примерно, где я томил, ну, где-то здесь, не, ну, не обязательно, что здесь, но в этом области я томил Ферокса, так что да. Но сейчас мы пойдем на ушедшие. Пойдем за оленями. Как говорится, оленеводы севера сетуют на то, что олени куда-то сбежали. И мы, соответственно, должны их найти. Если что, это я сейчас выдумал. Ну и так, если что. Так, какие здесь... А, ну здесь копытца. Прикольно. Так, как видите, урончик прокачивается потихонечку. Все просто супер. Так. Ну, слушай, что-то... Ага. Вот, а теперь он стал нормально искать. Что-то он... По одному копыту находит собака-то. Может, ты это как-то побыстрее будешь искать? Ну, серьезно, что ли? Еще будет... Я вас буду стоять ждать, пока вы там позабываете. Да идите вы в зад. Так. У меня нет времени. Я занятой человек. Сидит... Сидящий на занятом... На таком же занятом медведе. Ну, я тиранос... Ну, здорово. Не-не-не. Вот тебя я точно, это, не хочу мочить. Ты, короче, там что-то вообще жирный, как поезд пассажирный. Вот. Так что иди ты взад сразу. Вот сразу же иди взад, короче. Просто я сейчас начну его бить. Он опять, это, вот это вот свое, это, рыкнет, короче. А я, это... А я чё? А я ничего. Здорово, бляха-муха. Будете кому сорят. Я понимаю, что гопота тебя окружил, но я что могу поделать? Как же меня бесит зима, вот честно, вот как же меня бесит зима вот своей вот этой вот прекрасной атмосферой. Так. Нет, ну такого бы оленя я притомил со 132 уроном прокачанным. Ой, ну здорово. По 17 урона он мне вносит, благодаря все. Тоже прекрасный броня. Так, пока он там Мишка делает ритуал, у меня есть время выкинуть всякое говно. Так, куда бежим? Сюда бежим. Сюда, сюда. Вижу, вижу, вижу. Отлично. Эх, не лагай. Ну ты серьезно? А может пойдете в зад? Отвлекают меня. Угу. Не, в целом, конечно, меня прикалывает вот эта вот система, как диадонги просто привостыриваются к стае волков. Волки по факту, или волки позорные, по факту не трогают типа диадонга. А он благодаря этому, типа, и хиляет. То есть, такой, типа, кабанчик, который записался в стаю волков. И это, не, ну, блин, это реально клево. Меня прикалывает такая концепция. То есть, они не трогают друг друга. И нормас. Здорово, мелкий слишком. Да, вот и Ферроксы поперли. Чуть за звуки такие были. Вот это звуки были. Окей. Так. Да, подожди ты.
Вот так вот надо Кругаля сделать. Это же олень, бляха-муха, добрый день. Он это, Кругаля делал. Так, ну блин. Ну тебе повезло. Ты чухнул, куда надо драпать. Так. А, во, здорово. Здорово, жирный. На тебе за задницу. Как говорится, кусь за задницу. Кусь за задницу тебе. Так. Ждем, ждем скрипта. Пока прокачаем урон себе. Пока я нормально качаюсь, почему бы и не подпрокачаться. Я и в целом-то решил... Думал сначала, ну, немножечко посильнее подкачать. А, медвежат, медвежаню, но... Мишаню, медвежаню. Но... Потом мне пришла такая мысль в голову, а зачем? Я сейчас начну миссию, то есть я вот прокачал, да, здоровечко, немножечко урон, так, чтобы хоть что-то, хоть как-то. Я думаю, а зачем? Я сейчас начну миссию, я там начну бегать и убивать. И убивать много динозавров, потому что 100% на меня будут нападать и так далее. Зачем мне сейчас просто так бегать и качаться? Да я могу это сделать во время серии. Ну, в смысле, специально не специально, но факт фактом. То есть ты как бы ходишь, убиваешь, потому что надо. Не, блин, зимой, господи. Ночью все поиски, официально заявляю, все миссии по поиску динозавров ночью делается лучше всех. Хоть это под водой, хоть в зимке, вообще насирать. Угу. Вот ты где. И что ты там делаешь? И как ты туда ушел? Ага, вот ты как туда ушел. Здорово! Здорово. Так. Первый пошел. Второй пошел. Третий пошел. Четвертый не прогрузился, пошел. Что это такое красненькое вокруг? Уху! Ну, типа, короче, миссия выполнена. Миссию выполнил и красава. Что я в итоге получил? Седлышки на Капразуха, винтович, хавыч. Можно захавать, почему бы нет. Шипастый дракон, ну в целом... Бляха-муха, не-не-не, это не надо. Это серьезно, что ли? 3000 урона? А, это, наверное, из-за того, что у них дебаф есть. Поэтому я столько урона и вношу. От Ютерануса. Ютерануса. Так. Ну, давай, вот ты. Отварчик грибной паховый. Так. Ну, слушай, ну я бы не сказал, что что-то здесь серьезное. Хотя вот электрошокер, если бы можно было разобрать, это вообще кайфовая была бы штука. Электроники с нее дропаются. Хо-хо, дай боже. Ну, в целом, кстати, для гаммы, это неплохо. Ну что, давайте на сброс ресурсов. А, хотя нет, зачем? Мне же не надо сбрасывать ресурсы. Ну, ладно, еще один раз бегаем. Вот. Я специально поставил около этой цели, чтобы не бежать. Косарь, КМ. Поставил здесь телепорт. И можно стартовать сразу же бетку. Ушедшие. Итак, снова миссия от эскимосов. Они снова ищут своих оленей. Потому что что? Правильно. Олени упустили оленей. Ни в коем случае не обвиняю эскимосов. Но, блин, когда ты пасешь свое стадо, ты должен за ним следить. Это вам говорит человек, который это, ну, живет, так сказать, рядом с частным сектором, вовсе, как это называется. Где, собственно, я неоднократно видел в детстве, как пасут коров и овец. То есть, я считаю, это одно и то же. Плюс-минус. Так, а, не, мы вроде это не обруливаем. Ай-яй-яй, подожди, братан! Да, хотел на халяву подойти, кусь за задницу сделать и плюс к экспе. Но нет,
Не получилось. Так, давай посмотрим, сколько он мне сейчас урона. 91 урона приносит. Треть Мадрид, ты серьезно? Я просто сейчас понимаю, что я, возможно, и альфа-чата его на мешаньке-то снесу. На дефолтном мешаньке могу снести альфа-ча, по идее. Прикинь, вот сколько он мне внес. Я даже специально херяться-то не буду. Урон давай качаем, отлично. Даже если фон... Не, ну если фон в 10 раз больше будет носить урон, то это будет жопа. Но если хотя бы в 5 раз больше, то это уже будет легче. То есть два дефолтных мешаньки. И... Ну, то есть разных полов, чтобы увеличить урон. И уменьшить урон. Два дефолтных мешаньки и все. И типа изи-бризи. Я орешки-матрешки. Ну вот... Ну вот как-то не подумал, что мишаньки-то здесь вообще топовые. Вообще, я всегда говорю, мишаньки это топовые диносы. Мне они нравятся. Мне мишаньки прям нравятся. Они на тебя вот так делают. И красавы. Тю-тю. Так, куда идем мы с пяточком? О, вот сюда. И вовсе не секрет. Так. А, ну, я прям на него и встал. Отлично, просто надо было подождать, пока он сосканирует. Отлично! Не, ну... По... Ну, вот по 95, да, наносит урон. Это как бы вообще прям ни о чем. Единственное, что да, когда я вот сейчас к нему подойду к... последней стадии, он будет урон наносить больше, и я урона буду наносить меньше. Почему? Потому что там будут самцы и самки. Ну, как вы прекрасно знаете, 30% урон и защита. Но тоже стоит это учитывать. Поэтому как-то да. Но! Наступает ночь. Следы все видно. И бегу я прям по ним. Оу! Я чуть поверх не побежал, а тут надо по ней забежать было. 70, еще 20 следов, отлично. Да, когда мишанька ускоряется, вот реально, такие миссии прикольно бегать. Мишанька начинает ускоряться, ты типа такой пяу-пяу-пяу, и все просто, один за одним. Самое главное, чтобы они, во-первых, прогружались, а во-вторых, ты сразу же видел. 3, 2, 1, отлично, здорово! Вот, как я уже сказал, я буду носить меньше урона. Ну вот, по ходу дела, я самку заводил, и вот урон и пошел под ним. Прям изейший. Еще вот волки, смотрю, ко мне подступают. Но мне как бы на это пофиг. Вот, буйный большерогий олень. Самый такой остался жирный. Самый последний, самый жирный. И вот, кстати, я не заметил, какого урона они по мне наносили, но... Сами понимаете, что не сильный. Не сильный. Вот. Что самое главное. Ну, 25 ферокс — это фигня. А это уже, слушай, неплохо. Я всего лишь потерял 5000 хп. Если фоне будет наносить урон, то есть, по сути, вот как я рассказал, да, типа, туда-сюда, и уже было бы неплохо. Что мы здесь получаем по всему этому добру? Ну, в целом, опять-таки же, ничего такого сверхъестественного. Давай даже урон, ну, хп-шечку вкачаем тебе. Вот. Не знаю, пускай, что мне с этими, вот что мне с ними делать? Мне нечего с ними делать, поэтому пускай они будут заюзные. Ну, опять-таки же должен... Очки ночного видения? А, добрый вечер. Ах, мать твою! Какой в жопу очки. Ё-моё! Если чё, я гамму сейчас вырубил. Мать твою. Потому что все белое вокруг. Не включайте ночки. Не включайте ночки!
Ну, кстати, да, я в другую сторону бежал. Как выясняется. Ну все, сброс рельсов и погнали на миссию еще раз. Ну что, Альфа? И, кстати, я вспомнил, насколько я тупил. Я их бил ПКМом. Но, если их бить через Control вроде бы, или что там, C-шку? А, не, просто через LKM. Точнее, я бил через LKM, то есть лег на клуша. А если бить лапы их, то через ПКМ. Урон это, мать твою, за ногу, больше? Вот про это я забыл. Ну, давай посмотрим, что получается. Ушедшие альфа. Запускаем миссию. Посмотрим, что из этого выйдет. Во-первых, я хочу все-таки попробовать. Ну, на первом олене, то есть мы сразу же поймем, насколько хорошо или нехорошо, если что, нытится собака. Да. Но я верю в то, что Мишанин справится. Опять-таки же повторюсь, если бы у меня был бы... в напарниках была бы еще в напарниках самка, то вообще было бы все еще намного легче. Потому что урона было бы на 30% больше и... Вот смотри. Хопа! Где 600. Сейчас на другом волке покажу, и там урона будет меньше, если делать кусь. Вот смотри. Хопа, кусь. Ну ладно, плохой кусь. Хопа, кусь. Вот, 1500. Реально настолько урона больше, что ли? Не, думал, там разница там. У них косарь же разница. Ладно, пофигу, давай еще посмотрим. Так. Благо волков здесь полно. Слушай, реально косарь разница. 2600. И не затестил. Ну, насрать, короче, погнали. Вообще пофигу. Сейчас на олене проверим, насколько разница. Тем более, сейчас он появится уже. Вот, добрый вечер, олень. Так, 300. А так 300, ну, 400. Вот как бы разница. По мне он вносит по 3 соточки. 3 соточки это дофига. Это дофига, стоит тоже учитывать. Вот он наносит теперь урон меньше, я тоже наношу меньше, потому что... Спасибо, мамонт, твою мать! Вот. Ну, как бы дофига, еще непонятно, что за урон вносит. А, он типа подбрасывает меня, это он дуб урон вносит? Нифига себе. Ну, здорово! О, ничего, он так их раскидал. А что это я ему... А, это я, наверное, по этим штукам внес. Не-не-не-не-не, без хилок здесь точно не обойтись. Это надолго. Вот, ну же рассвет, как бы. А, все плохо? Уже следов не видно. Сейчас примерно 5 утра, и все, следов не видно уже. Черт побери. Очень прям неудобно. Прям. Очень неудобно. Ну что поделаешь? Единственное, что остается на что сетовать, это на то, что я вспомню, как, где, что, зачем и почему. Ну да, правильно. Это я правильно вспомнил, что нужно забираться на скалу, потом вот так вот у Кургаля, здесь вот так вот. То есть чисто из-за того, что я уже здесь пробегал, я могу эту миссию сейчас пройти и дальше. Ну вы серьезно? И снова здравствуй, олень, добрый день. Ну ладно, дальше воюем. Ну, короче, да. Я не хочу тратить на это много времени. Ага. А пушка у меня не убирается. Я забыл про это. То, что она тупит. Энное время. Вот. Поэтому немножечко облегчим себе это все дело. Кстати, я не понимаю, что за... А, они торпор накидывают. Ну, добрый вечер, значит, мне не показалось. Они торпор накидывают, олени. Прикинь. Обалдеть.
Ну, Ферокс, ну ты-то чё куда лезешь? Ой, как он мне поломал-то шмотки-то сразу же. О. Офигеть, у них какой радиус-то урона жесткий. Ну вот это, конечно, да. Тарпор это прям самое неожиданное из того, что я мог здесь вообще увидеть. Офигеть! Не, ну, пацан, просыпайся. Два раза спать за день, ну такое себе. У них, во-первых, огроменный радиус. О-о-о-о-о, я сейчас сдохну. Я сейчас сдохну, мне ж холодно. Во-первых, вьюг, у меня и так как бы урон проходил, но как бы ладно, фиг с ним. Офигеть. Это тебе поможет? Естественно, нет. А, точно, вот что мне поможет. А, только здесь у меня нету стимулятора. Ладно, пофигу. Сейчас на базу загоняем и все сделаем. В итоге, что мы имеем по тому, что я получил? Капразук с седлом, Мегатерия, противогаз, Игуанодон. Ну, не, ну, седла хорошие. Седла очень хорошие, даже шлемачок есть кайфовый. О, подожди, шлемачок. Здесь у нас шлемачок хитиновский. О, ну, броня поменьше, зато прочности побольше. Что очень даже неплохо. Так что, как вариант, вот этот шлемачок-то мы и наденем. Ну, уже тоже неплохо. Снайперская винтовка. Ты посмотри, какая кайфовая. Прикольно. Прикольно. В целом, прикольно. Братан, давай, просыпайся! Хе-хе-хе. На базу. Вот такие вот дела. В целом, миссия прикольная, да. Но, вы сами видели, альфач раскидывает просто нафиг не эффект. Да, нужно больше урона на рексах. На рексах это понятно. Штук 5 рексов и альфачей там. И желательно, как я на острове выводил, таких рексов. Прям вот таких вот топовых, отборных, мощнейших. Вот, но только эти бы козлы бы бегали по кругу, там вот это вот круголя бы наворачивали километровые, и ко мне бы в итоге так и не подходили. Да, был бы шанс огромный на такое. Но нет на это времени. Да и в целом неохота этим заниматься. Занимался уже этим и на острове, то есть и выведением, и разведением. И сейчас вот прям, ну нету этого желания этим заниматься. Поэтому вот так на боевом мешанке и боевом белом медведе мы будем проходить миссии. Надеюсь, я по своей тупости, как с гигантопитеком, случайно не гасану его. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, конечно, делиться моими видео с друзьями. Ну про все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.